Привет всем подписчикам и зрителям нашего канала. Этим видео мы продолжаем обзор линейки автомобилей из нашего каталога в типоразмере ТТ. Сегодня на обзоре модель кабриолета на базе Mercedes 170 V серии автомобилей немецкой торговой марки Mercedes-Benz, выпускавшейся с 1936 по 1955 годы. До Второй мировой войны и сразу после, вплоть до 1953 года, Mercedes 170 V являлся самым продаваемым автомобилем марки Mercedes-Benz. Машина чаще всего упоминается под индексом W136, что соответствует заводскому номеру этой модели. Однако в 1936 году его представили общественности как Mercedes-Benz 170 V. Буква V означало переднее расположение двигателя. На базе W136 были построены кабриолет А двухместный, кабриолет Б четырехместный и седан. Всего было выпущено более 83 тысяч автомобилей. Модель в масштабе 1 к 120 представляет собой двухместный кабриолет и состоит из нескольких деталей – кузова, радиатора с фарами и отдельно вставляемого блока сидений. Ветровое стекло выполнено с остеклением, колеса крепятся к раме и не вращаются. Эксклюзивные модели из нашего каталога, выпускаемые по 2-3 экземпляра каждого наименования, пока еще есть в клубе-магазине, указанном под видео, и не планируются к выпуску в обозримом будущем.